Если бы во времена моей молодости мне сказали, что провинциальный парень, сбежавший в капиталистическую Францию, будет читать курс лекций в Московском университете, я бы, конечно, никогда не поверил. Женись по-настоящему. Роди ребенка и ходи на работу. Я прокляну эту жизнь. Я умру раньше смерти, пап. Я читала вашу работу. Ваш приезд будет огромной радостью для нашего университета. Поздравляю. Спасибо. Привет. А у тебя кто-нибудь есть? А мне это впервые. А что впервые? Все. Я так счастлив, что мы с тобой встретились. Я получил такие разрешения на выезд. Ее жена в Париже, и он уехал к ней навсегда. Гражданин Молчанов? Да. Пройдемте, пожалуйста, в машину. Шлюха. Домой не приходи. Виктор Иванович выгнали из партии как предателя. Он не выдержал, взял ружье и... Зачем тебе нужны все эти девушки? Думаешь, они спасут тебя от самого себя? Замолчи. Ты не умеешь быть счастливым, ты не умеешь любить. У нас будет ребенок. И мне не нужен этот ребенок. Нужен, даже больше, чем мне. Но не от тебя. А от кого? Может, от той русской девушки? Мам, можно я возьму это с собой? Что это? Фрейда. Зачем это тебе? Мне нужно, у нас будет семинар. А как вас зовут? Лада. Прекрасное имя, Лада. Случайностей не бывает.